Всем привет! Привет! Это передача «Рисуем вместе» на телеканале ЮТВ. С вами я, ее ведущая Анаит, а моя помощница на сегодня Аня. Сейчас мы с Аней докажем, что каждый может научиться рисовать. Итак, Аня, мы с тобой в прошлый раз рисовали героиню из мультика «Сказочный патруль», верно? Да. Кого мы рисовали? Варю. А сегодня мы с тобой нарисуем ее подружку. Угадаешь, кого? Например, кто это может быть? Аленка. Аленка, ты, наверное, очень любишь Аленку. А расскажи немножко нам про нее. Какая она? Она веселая. Угу. А какая у нее есть суперспособность? Она может пускать огонь. О, как круто! Давай скорее ее рисовать. Сказочный мир, приветствуй свою будущую королеву! Свети ярким пламенем, дорогая Аленушка. А что нам понадобится для нашего рисунка? Нам понадобится черный фломастер и радужные фломастеры. Угу. Итак, начнем? Итак, берем наш черный фломастер и начинаем рисовать Аленку. Давай нарисуем сначала ей глазки. Чуть-чуть выше середины листочка нарисуем первый глазик. Угу. Рисуем такой овал. Теперь рисуем второй глаз. Такой же справа. Угу. Нарисуем внутри теперь кружочки. Так. И внутри этих кружочков нарисуем, да, такие точечки поставим. Это будут зрачки нашей Аленки. Нарисуем теперь ее носик. Между глазок нарисуем такую вот линию. Небольшую. Угу. Она у нас будет улыбаться такой широкой улыбкой, поэтому нарисуем ей такую улыбочку и вот так вот ниже нарисуем, как будто у нее вот так вот открыт рот. Да, здесь у нее будет губа нижняя, здесь у нее будут видны зубки. Угу. Так, и вот здесь у нее будет виден язык. Угу. Давай сразу разукрасим то, что вокруг, потому что там у нас будет падать тень. Да. Угу. Теперь давай нарисуем бровки нашей Аленки над глазками. Нарисуем такую линию. И здесь нарисуем такую же линию. Так. Теперь нарисуем ее лицо. Сначала нижнюю часть нарисуем, и сейчас вверху дорисуем, чтобы нам было с тобой проще. Здесь у нее были пряди волос. Угу. И вот эту вот прядку вот так дорисуем. Так. Здесь у нее волосы были вот в эту сторону. Угу. Продолжаем. Еще одну прядь нарисуем в эту сторону. Угу. И давай вот эту линию вот так вот замкнем. Рисуем ее до волос, да, соединим. Угу. Так, и здесь давай ее нарисуем еще одну прядку. Вот так. Да, чтобы у нас там не было с тобой свободного пространства. Давай теперь дорисуем ей волосы выше головы. Проведем такую линию. Угу. С другой стороны также ее проведем. И у Аленки были хвостики, верно? Смотри. Рисуем такой овал. Это будет резиночка. И нарисуем ей вот такие вот хвостики. Такие вот прядки волос. Угу. Так. И с другой стороны мы сейчас вот эту линию чуть-чуть продлим. Да, вниз. Нарисуем также ей такую вот резиночку. Угу. И пряди волос. Угу. Так, а еще у Аленки был такой ободок, верно? Да. Давай его нарисуем. Смотри. Чуть-чуть выше вот этих прядок нарисуем такую вот линию. Угу. И на ободке там были что? Звездочки? Да. Да, нарисуем звездочку. Так,
И сейчас с другой стороны мы с тобой нарисуем то же самое, такую же линию. И также рисуем звездочку. Угу. Теперь давай нарисуем ее шею. Рисуем такие вот две полосочки. Угу. Давай сразу дорисуем ей волосы. Вот здесь мы их бросили как-то, да? Давай их дорисуем вот так вот до шеи. Угу. Да, и здесь тоже давай соединим вот эту линию, да, доведем ее до шеи. И нарисуем красивый костюм Аленки. Рисуем такую полосочку ниже шеи. Да, в другую сторону такую же полосочку. Угу. Вот эту серединочку. Теперь чуть опустим вниз. Теперь рисуем дальше костюм. Здесь рисуем полосочку. С другой стороны рисуем такую же. Угу. И вот так соединяем. Угу. Дальше. Талия у нее была вот так открыта, верно? Поэтому рисуем вниз две полосочки. Дальше вот так вот их соединяем. И рисуем ее ноги. Проводим вниз полосочку вот такую вот длинную. Угу. И еще одну такую же проводим. И вот так соединяем. И вторую ногу также проведем полосочку. И еще одну. И, да, можешь еще одну провести. Угу. И соединим. Давай вот так вот ей ножки нарисуем. Они у нее слегка вот так вот выглядывают. Так. Еще у Аленки был крутой костюм, верно? Да. Давай нарисуем на коленочках такие полоски. Угу. Еще одну полосочку вот так. Так. И снизу давай тоже сделаем полоски. Угу. Еще у нее вроде вот тут вот такая повязочка была или пояс, да? Нарисуем его тоже. Угу. Теперь давай нарисуем ей ручки от костюма. Проведем вниз полосочку. Еще одну. Это будут рукава ее кофточки. Да. Вот так соединим. Угу. И руку она давай на пояс поставила. Проведем полосочку. Еще одну. И вот так вот их к талии ее. Так вот треугольничек у нас такой получается. Угу. И руку она вот так положила на талию. И с другой стороны, да, мы также рисуем. Получается, с другой стороны у нее был костюм такой, что здесь у нее был рукав короткий, а здесь длиннее, верно? Еще и в полосочку. Поэтому мы рисуем здесь полосочку вот такую вот. Так. Угу. И руку тоже уводим на талию, да? Ты уже нарисовала у нас руку на талии. И еще у нее здесь была такая штучка. Все верно? Угу. Может быть, чего-то не хватает на костюме? Или все четко? У нее еще вот здесь была вот такая вот штучка. На руках, да? Давай нарисуем. Повязочка, да, у нее была? Угу. Давай. Вот она. Ну что, эксперт, теперь все в порядке? Нет, нам осталось еще ее разукрасить. Верно, давай скорее ее разукрашивать. Ну что, Аня, как ты думаешь, наш рисунок готов? Да. Покажем зрителям, что у нас получилось? А давай на счет три. Считай. Раз, два, три. Такая у нас получилась крутая Аленка. Из какого мультика, напомни? Сказочный патруль. Тебе понравился наш рисунок? Да. Замечательно. А чтобы не пропускать наши следующие выпуски и учиться дальше с нами рисовать, обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Как он называется, Ань? ЮТВ Оренбург. А это была передача «Рисуем вместе» на телеканале ЮТВ. И с вами были я, ее ведущая Анаит, и моя юная художница Аня. До новых встреч. Пока-пока. Пока.